Спасибо, брат, 9-0, Россия-33. Меня зовут Диляра, я пилотесса авиакомпании «Россия». Я жила, закончила школу в городе Казани. До 16 лет я даже не думала о профессии пилота. Я познакомилась с девушкой, которая в 23 года была вторым пилотом и 25 лет уже стала командиром. Она была необычной, не так, как все. И мне тоже так же захотелось. Из моих окружающих, из близких, из родственников нет никого из авиации. Например, у меня родители только врачи. И сестренка тоже пошла на врача. Как раз девушка, с которой вот я знакома, она закончила САСовское тоже. И мы с родителями вот поехали. САСово нужно было бы проходить в ЛЭК, физкультуру, профотбор. И я поняла, куда я пришла. Это, конечно же, после первого полета. Этого невозможно забыть. И именно тогда я поняла, что все я делаю правильно. Это хорошее решение. Нужно дальше идти. И дальше добиваться. Я не считаю, что пилот – это чисто мужская профессия. Каждый, кто хочет, кто мечтает летать, имеет право. Конечно же, все хотят быть командиром. Для этого нужно очень много работать. И я готова к этому. Когда вот смотришь на птиц, возникает чувство свободы. Именно вот чувство свободы, любовь к свободе и движет тех людей, которые стремятся летать.